Теперь мы в городе Курунегала. Здесь находится, по-моему, самый высокий Будда, который есть в мире. Мы на него поднялись. 2 километра в гору шли. Вот под нами весь город Курунегала. А вот это вот сам Будда сзади. Сейчас мы пойдем к нему, подойдем. Шли мы вот оттуда, дорожка, тяжелый подъемчик, в 7 утра уже мокрые, вот такие виды открываются здесь, шикарные, просто невероятно. Вот и Будда, высотой он, по-моему, 30 метров, сама статуя. Красиво. Ну и, соответственно, отсюда открывается вид. Сейчас пониже. Влюбленные парочки здесь. Ох, класс. Горы, конечно, это красиво. Вот такая статуя Будды.